Перед полетом у нас есть планируемый ветер и планируемое метео, а есть фактическое. Мы приезжаем на старт и надуваем чудо-гелевый шарик, который нам покажет направление и скорость нашего полета планируемого. Слушай, здесь проверяем стропы клапана, чтобы ничего не было запутано, чтобы все было расправлено. И нужно будет вот внутри, мы заходим, немножко подтягиваем ткань, чтобы больше расправить оболочку. Были студенческие годы, на протяжении учебы меня всегда куда-то тянуло, то есть я, учась на дневном, пыталась все равно где-то подрабатывать, искать какие-то направления. И опыт был такой разный, то есть, да, там от телеведущей до... Мы занимались продажей, покупкой готового бизнеса, вот. Но все-таки я понимала, что что-то не мое, мне чего-то хотелось найти. И вот, работая тогда в одной компании, познакомилась уже теперь со своим партнером по нашему делу, вот. А он уже давно горел воздухоплаванием, он был пилотом, то есть он тогда отучился в России. Вот, и всячески хотел это организовать у нас в Беларуси, потому что у нас тогда этого не было. Он увидел во мне вот именно этого человека, с кем можно будет вот это вот все начинать. Он мне предложил, сделав мне подарок, полет на воздушном шаре в мой день рождения. И тогда тоже не было здесь шаров. Он пригласил уже теперь наших совместных друзей вот из России. Ребята приехали, мне сделали сюрприз. Утром рано я проснулась, меня отвели к воздушному шару. Я полетела, и, конечно же, я в это все влюбилась. И потом, естественно, я поняла, что я тоже хочу быть не просто пассажиром, а пилотом. У меня, как можно сказать, что в теоретической части я такой один из самых образованных пилотов с точки зрения разного опыта разных стран, потому что, опять же, так как у меня были перерывы из-за рождения ребенка, вот, а в авиации это все очень серьезно, то есть если у тебя определенный перерыв, ты должен идти уже на переобучение. Вот, и, соответственно, первая моя школа пилотов это была Киевская. Вот где я, собственно говоря, летала, это тоже был такой очень интересный опыт, потому что это там ездили на пару месяцев, это целое путешествие, это у нас была команда, вот мы проходили все этапы, то есть теоретическая, практическая часть, самостоятельные полеты, то есть все там было. Мы такие же пилоты гражданской авиации, как и пилоты самолетов, вертолетов, а вот у нас такие же пилотские, но, конечно же, мы идем пилоты свободного аэростата. И так как у нас принципиально разные принципы управления, поэтому мы не можем управлять ни самолетом, ни вертолетом, ни любым другим воздушным судном. Так необычно, эти краски, эти лучи разливающиеся, этот уходящий диск, это играние облаков, цветов, ну, это, наверное, трудно с чем-то сравнить, это очень красиво и необычно, а тем более, когда ты находишься в воздушном шаре, и как мы говорим, что мы занимаем в зрительном зале первые места для того, чтобы насладиться рассветом. Нас еще называют, и мы сами себя шаранутые. В хорошем смысле этого слова. И также мы говорим про себя, про то, что мы действительно больны, но больны в здоровом смысле, именно воздухоплаванием, потому что это такая, знаете, привязанность,
привычка, зависимость. Очень помню вот почему-то именно первый полет как пассажира, потому что это правда настолько для меня был ярким моментом, при том, что меня, например, очень заинтересовало, и как можно, пролетая над лесом, сорвать шишку, либо мне тогда повезло, и мне сорвали целую макушку сосны, и потом у меня эта макушка еще месяц стояла там в воде, как бы я всем рассказывала про то, что вы представляете, эту макушку мы сорвали с самого высокого дерева, пролетая на воздушном шаре. Ну, то есть это такой феномен, который, во-первых, ты, наверное, не на одном воздушном судне не сможешь такого сделать. И ну, вот эта парадоксальность и особенность, необычность самого процесса вот меня тогда она очень удивила. Ну и, конечно же, само ощущение, виды и прочее. По первому полету самостоятельному, да, я помню, когда в рамках обучения это был учебно-самостоятельный полет, то есть не одна я была в корзине, а были со мной еще такие же курсанты. Вот, вы вместе летели. Да, конечно же, могу сказать, что, наверное, вот такая легкая тревога вперемешку с концентрацией и активной мозговой деятельностью. Вот какие-то такие эмоции остались от этого полета. У каждого шара есть своя команда. Как правило, это один пилот и плюс три человека. В мировом опыте есть разное количество, некоторые умудряются летать один пилот и один член команды, да, но это достаточно мало, поэтому самое оптимальное, вот как мы используем, это один пилот и плюс три человека члена команды. Часто спрашивают, что вот вы такая хрупкая девушка, но занимаетесь, летаете на таких шарах. Наличие команды позволяет все это делать, потому что основную физическую работу берет на себя команда. Вот. И, как правило, это мужчины. Когда раньше мы занимались, я думала, что, ну, особенно когда в начале какие-то амбиции такие, знаете, возрастные были, и я тогда считала, что это у нас бизнес, вот, что мы занимаемся бизнесом. Но потом, когда я вышла замуж, и мой супруг посмотрел изнутри все, а он как бы бизнесмен, то есть у него там свое направление, и он так посмотрел, посчитал и сказал: Кать, ты знаешь, все-таки нет, у вас не бизнес, у вас хорошее хобби, которое не требует вложений. Поэтому вот сейчас я именно как так к этому отношусь. Если относиться к этому как к бизнесу, то оно требует каких-то зимних направлений, которые будут приносить деньги. Потому что зимой у нас, хоть мы и летаем круглый год, но зимних полетов у нас достаточно мало. То есть они обусловлены и погодой, и особенности клиентов, которые, наверное, не всегда готовы, либо думают по стереотипу, что летать холодно. Ну, вот, либо о том, что мы вообще не летаем. Растягиваем оболочку, чтобы было удобно потом ее наполнять теплым воздухом. И холодное наполнение также сделать. Потому что когда она в куче, она будет очень долго наполняться. А когда мы ее растянем, ее разложим, тогда намного проще и намного быстрее. Ходить надо очень аккуратненько. Высота у нас до километра, если около Минска, то у нас идем 450. Вообще, когда мы в Альпах летаем, там мы поднимаемся и до 5000. На самом деле рекордсмены поднимались до 9 с чем-то, но это, конечно же, нужно специальное оборудование уже кислородное для воздушных шаров, для пилотов и экипажей.
Все, ребята полетели, помашем рукой, хорошего полета. Многие считают, что мы с собой забыли мешки с песком. На самом деле это два самостоятельных вида аэростатов. Есть газовые и есть тепловые. Мы летаем на тепловых за счет разницы температуры воздуха, и нам балласт не нужен. Поедем за шаром, будем следовать по направлению, куда он летит, до 20 километров, строго по направлению ветра. В такую погоду посадка мягкая будет, словим в руки. Плюс еще с захода солнца ветер стихает, будет практически штиль, поэтому посадка мягкая будет. Для меня воздухоплавание – это образ жизни, это хобби, это увлечение, это то, что дает мне заряд эмоций положительных, да, вот как сейчас говорят, жить в моменте, получать удовольствие здесь и сейчас. И воздухоплавание – это, ну, мне кажется, одно из лучших способов вот именно наслаждаться жизнью.